Я не верю в теории заговоров, сразу скажу. Я бы сказал, что, наверное, на мой взгляд, вы знаете, откровенно скажу, если такое чудесное, так сказать, лекарственное средство или панацея от рака когда-нибудь будет найдено, оно, наверное, никогда не попадет в обычную аптечную сеть или в продажу, или даже, скажем, в клинике. Почему? Потому что крупные фармацевтические корпорации в этом совершенно не заинтересованы. Они производят все новые и новые лекарства. Эти лекарства, так сказать, всячески рекламируются, я бы сказал, даже навязываются пациентам. И представьте себе ситуацию. Появилось действительно волшебное это вот так называемое лекарство, и вдруг у корпораций фармацевтических исчезли мотивы побудительные работать дальше, разрабатывать и получать главную прибыль. Поэтому мне кажется, это слухи.